И сегодня должны начаться выплаты компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Суммы достигают 2 миллионов рублей. Продолжается процедура идентификации жертв. Уже опознаны все 7 членов экипажа. Они были из Тюмени, Ставрополя и Подмосковья. Генетические экспертизы, идущие в российской столице, могут затянуться на несколько месяцев. На первый план выступают вопросы просто организационной помощи в захоронении, доставке, организации и сопровождении всего этого непростого процесса. Вторая, безусловно, тема – это по выплатам. Здесь тонкая работа с семьями, по оказанием помощи. Непростая тема, с которой мы теперь уже начинаем сталкиваться, ведь 53 человека опознаны, остальные нет. Сегодня, по некоторым данным, могут состояться и первые похороны погибших. Родственникам выдано уже несколько тел, их перевезли в Псковскую и Новгородскую области.